Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобою. Я сейчас приехал опять в выездах, в Москву пригнал. Вот, сейчас мы с тобой посмотрим здесь видос. Я надеялся, что я здесь снимать не буду, я записал все заранее, но, конечно, попа плейтайм, почему бы не выложить игры попы именно во время того, как я в отдыхе. Спасибо. Но сегодня мы с тобой посмотрим видос под названием Restricted Restoration. Очень интересно, потому что это к третьему, по идее, к третьей главе. Я буду держать так, чтобы ты меня нормально слышал. Если звук плохой, то, ну, прости. Test subject is 59-year-old Thomas Clark, a full-time employee at Playtime. 59 лет. Чувак работающий. 95. У него рак. Clark of sound mind has volunteered for this experiment. Он согласился с нами на эксперимент. Бра. Ё-моё! Чего? У него глаза двигаются. Ёб твою мать, фу, как неприятно. Живой. Смотри, короче, это в игрушку вселили человека, у которого был рак, у нее глаза двигаются. Слушай, как круто. Он согласился на этот эксперимент. И вот он. Ты можешь слышать нас, Томас? 1199 displayed much more disorientation than we expected. Subsequent mental testing metrics were also cut practically in half. It's just conjecture on my part, but I don't believe he knows where he is or what. Я не думаю, что он знает вообще, чем он является. The other experiments could tell 1199 was different. Он не такой, как все. В следующей главе будет Брон самым главным персонажем, что ли? Не то, чтобы я прям вау, но йоу, интересно. Слушай, мне нравится, что они делают с этими видосами, очень нравится. Как это дебильно выглядит. Он такой не настоящий. Осматривается. Ля, какой малявка. Он не понимает, где он, но, видимо, понимает. Ля, какая крепота, там пиджейчик. Стоп, 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 там другой какой-то персонаж справа. Еще один пиджей, стоп. А, это разные игрушки. Фига, у меня лень какой, сколько подбородков. Минус ребенок. Так, мы сейчас с тобой это разбирать будем. Они бы его убили. У него были большие повреждения всего внутри. Его чуть не сожрали. 12 часов операции, чтобы его стабилизировать. Мы его держим от всех остальных подальше. Брон чмошка? Его все ненавидят. Так, подожди. Эта операция над ним идет. Давай еще раз посмотрим, сейчас с тобой все обсуждаю. Мы все... смотри, они просто купили с Алиэкспресс, короче, просто куколку и решили сделать из нее видос. Молодцы, уважаю. Смотри. Они, в общем, нашли мужика, у которого были проблемы с раком. И поэтому они его... О, он согласился на операцию. Операция была в том, чтобы его засадили в игрушку. И он спрашивает, ты слышишь нас, Томас? Томас слышит, но он не показывает никаких признаков нормального интеллекта, адекватности, как, ну, человеческой, да? То есть он не делает ничего нормального. Но глазами двигает. Он показал гораздо больше... тестирования также были сокращены практически вдвое. С моей стороны, это всего лишь предположение. Но я не верю, что он знает, где он находится и что вот с ним случилось. То есть он не понимает, где он и что он. Он не является собой. Но он попал в игрушку, и он, ну, условно выжил. Можно ли сказать, что ты выжил, если ты теперь не ты? Не знаю. Но я вижу людей напротив меня в окне, и мне не нравится, что они на меня смотрят. Мне что страшно. Еще хуже? Результаты других экспериментов показали, что 1199 год был другим. Этот персонаж, 1199, это его номер, он другой, он не такой, как все. Стоп! Получается, есть другие, которые сделаны таким же образом, иначе бы она не удивлялась, что он другой. Типа, ух, ёпта, мы вселили мужика в игрушку, неудивительно, что она другая. То есть, получается, они создали, они 1000 человек в игрушки запихнули, а потом детям их продали. Не покупайте, дети, игрушки, покупайте мой мерч, которого нет. Блин, жесть, вот это у меня подбородки. Я горжусь своим подбородком, окей? Это не толстота, это уважение, это респект. Блин, прикольно, он осматривается, смотри, осматривается вокруг. Вот это, что это за пельмень, оживший справа? Вот это хаги. Я не знаю, ты видишь мышку или нет, надеюсь, видишь. Но справа, вот это какой-то оживший пельмень. Возможно, это новый персонаж. Не знаю.
Или это Пиджей просто искорёженный? А, да, наверное, это искорёженный Пиджей. Но я не уверен. То есть он смотрит справа, смотрит слева. Это, видимо, другие тоже живые игрушки, потому что она об этом сказала. Вот Пиджей на него уже агрессивно смотрит. И потом кто-то ему по башке просто бьет. Причем лапа. Это лапка. Это миленькая лапка. Это лапка с когтями. Она немного похожа на лапку Пиджея. Или вообще, на самом деле, она похожа на лапку не Пиджея. Она больше похожа на лапку этой. Кошечки. То есть, может быть, это... Может быть, эта здоровенная кошка будет нашим следующим врагом? Но это тогда не страшно. Но я надеюсь, что не она. Хотя, может быть, ее сделают. Страшной, конечно. Я думаю, что это она. Я забыл просто ее имя. Я забыл, как ее называют. Напиши в комментах, пожалуйста, напомни. Но это кошечка, которая пчелка. Бз-бз. Вот это... Его шарахнули по балде, и после этого его куда-то потащили. И там какого-то ребенка... Нет, это ученые побежали сюда, чтобы увидеть Брона, которого чуть не убили. Так, стоп, то есть наша с тобой старая теория была верна. Но это очевидно было верно, потому что мы с тобой гениальные умные, что реально все... Вся кровь в помещении — это люди, которые находятся в игрушках, и их поубивали. Потому что вот она, маленькая игрушка. Мы сейчас с тобой задавались вопросом, а каким раком столько галлонов крови выливается из маленькой вот такой милипусечкой игрушки? Это так. Вон она, кровь. Вон она, маленькая милипусечная игрушка. Я тебе показываю. Слушай, мне так нравится даже. Я тебе показываю пальцем, и ты этого не видишь. Печально. Они убили бы его, если бы не вмешалась вот исследовательская группа. То есть, короче, Брон... Его ненавидят все. Его ненавидишь ты, его ненавидит твоя собака, его ненавидит твоя мама, его ненавидят аниматроники другие, ну то есть другие персонажи из Poppy Playtime, они все хотят его смерти. Я не знаю за что, возможно, мы узнаем в следующей части. Возможно, потому что он добрый. Может быть, Брон добрый, по этой причине его все ненавидят. Ну потому что они же сказали, странно, что Брон не такой. Не такой, как все. И даже тогда внутренние структуры все еще были значительно повреждены. А некоторые анатомические элементы, а именно гортань и щитовидная железа, были полностью съедены. Что они запихивали ему в гортань, что у него гортань так повреждена? То есть они пытались откусить ему шею. На опера... Гортань! Не знаю, важно ли это, но если это важно, то, ну, может быть, они ему пытались оторвать гортань, потому что он издает какие-то звуки, которые слышат только монстры. Там, по-моему, все дальше потом об этом будет. Часов, чтобы стабилизировать уровень 11,99. Сейчас мы держим его отдельно от остальных. Такая маленькая игрушка в такой здоровенной комнате. Смотри, сейчас будет. И вот шум на фоне, слышишь? Возможно, это тот звук, который издает Брон, который раздражает других персонажей, поэтому они пытались вырвать ему глотку, потому что, ну, они предполагают, что именно глоткой он, наверное, этот звук издает. Слушай, круто! Мне прям нравится реально крепота! Мне понравилось, что... Да, вот, чувак в комментариях тоже. Все остальные могли точно сказать, что он не такой, как все. Другие игрушки могли разговаривать или что? Потому что он сказал, она сказала, другие могли точно сказать, что он был не таким, как все. В комментах тут челики объяснили все, что его чуть не убили. Что сказали, что все его тесты ментальные, все его умственные способности порезаны вдвое. Они удивились из-за этого. Они сказали, это не так должно быть. То есть все остальные остались все еще адекватными, несмотря на то, что они уже стали игрушками. Возможно, это как-то так работает. То есть тебя засунули в игрушку, ты все еще на IQ тесты сдаешь нормально, но просто на утро и на завтрак пытаешься есть людей. С кем не бывает, вы все не идеальны. Другие персонажи, игрушки Хаги-Ваги, Киси-Миси и всякие Пагапилор и так далее, они были. Игрушка, которая напала на него, неизвестна. Да, я думаю, что это Кэтби. Вот, Кэтби. Чувак говорит, я пытался по кадрам разобрать, но не могу разобраться. Пришлось ворваться. То есть они разговаривают так, будто бы все другие игрушки, они реально, ну, они не просто есть, они доступны для взаимодействия с ними. Ну, просто оно звучит так, будто все остальные сказали, что он не такой. Возможно, она имеет в виду все остальные, типа, лаборанты. Ну, а почему он должен быть таким же, как и все? Не очень понимаю. Ну, короче, его пытались убить. Пришлось 12 часов целых потратить. Хорошо. Короче, мне нравится.
Мне нравится, прям круто. Мне нравится также, что это в отличие от ФНАФа, да, не очередное «убили детей, туда души вселили в аниматроников, и теперь, короче, дети, аниматроники, призраки пытаются всех освободить». Это хорошо, потому что, ну, мне не хватает какого-то интересного хоррорного science-fiction, знаешь, когда людей же туда помещают, и что-то происходит. Это интересно, это интересно. Посмотрим, что будет дальше. Даты пока что нету, но судя по тому, что чаще и чаще и чаще выходят новые видосы, судя по всему, Popa Playtime, игры с Попой, третья часть будет скоро. Я был бы очень рад. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляйся комментарий. Очень круто. Ну, а пока на этом все, родной. Пока. До скорого. Удачи!